130 человек. Причем 68 человек зарегистрированы в 2013 году. Около 20 человек имеют временную прописку. В Чебоксарах первоклассников будет принимать 51 школа. По словам Алексея Ладыкова, условия созданы в каждой. В ситуации с приемом в первый класс заинтересовались и уполномоченные по правам ребенка, и по правам человека. Михаил Игнатьев призвал в течение недели снять напряженность в этом вопросе. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Более подробно о приеме первоклашек мы расскажем завтра в программе «Республика». Сегодня же на совещании у главы Чувашии обсудили и уровень развития трассовой медицины. Министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова рассказала об организации первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП на федеральной трассе. В системе трассовой медицины участвуют 32 станции скорой помощи в районах и городах республики. В их распоряжении 245 автомобилей, оснащенных системой ГЛОНАСС. Создание трассовой медицины позволило сократить время ожидания медицинской помощи с 25 минут в 2011 году до 13 минут. По данным ГИБДД, в 2012 году произошло 2060 аварий. В них погибли 265 человек, 28 тысяч ранены. Среди погибших 8 детей. По данным мониторинга Министерства здравоохранения Чувашской Республики, из числа погибших 183 человека умерло на месте ДТП. Это 71,5%. То есть в основном до приезда машин скорой медицинской помощи. 15 человек умерло на догоспитальном этапе. Это порядка 6%. Травмоцентры были оснащены медицинским оборудованием в соответствии с федеральными порядками, что обеспечивает оказание медицинской помощи в течение первых 40 минут доставки пациента в травмоцентр. Но у нас нет взаимных тут проблем и претензий особенно. Действительно, максимально оперативно реагирует у нас скорая помощь. Единственная проблема есть, но это проблема не только Минздрава, но в целом по действующим нормативам у нас необходимо выезд кареты скорой помощи из расчета одна карета на одного пострадавшего. Естественно, у нас не происходит этого, особенно в сельской местности. Создаваемые условия способствуют быстрому оказанию медицинской помощи. Но необходимо приложить усилия для сокращения количества дорожно-транспортных происшествий. На эти цели должны работать и новые приборы видеофиксации, и совместные меры по профилактике. Только таким образом, отметила Алла Самойлова, можно уменьшить число аварий. Павел Константинов, Александр Петров, Республика.